уважаемые подписчики, как... Вот такая красота. Прогулочная трасса стадиона лыжного под Архангельском в Малых Карелах. Сейчас просто немножко свернул с трассы. Здесь есть небольшая такая отвороточка, можно срезать. А лыжня еще не пройдена. Прогулочный аэротраком, еще раннее утро. Ну, как раннее. Начало 10-го. И такой вот лес чудесный. Заснеженный. Градусов. Сейчас 7, может быть 5 уже. Люди идут. Вот такая вот здесь примерно красота. Ну что ж, всем... Так сказать бы, доброе утро, замечательного дня. Вот такой вот красоте мы здесь, собственно говоря, живем. Иногда не замечаем. Так, кое-что новенькое на трассе. Да, такие вот появились таблички, раньше их не было. 1 километр за плечами. Прогулочная трасса. Ну, видимо, чтобы люди могли себе представлять, сколько они что прошли. Вот. Таким вот макаром. Продолжаем. Вот. Вот такая вот трасса. Значит, прошел прогулочную, мизинскую. Дошел до левой трассы. А, уходит он туда, там уже спуски. Там уже... Там уже туда я не пойду. Вот. Потому что ради здоровья все делается, а не ради чего подобного.